go deeper to tell you about what happened and what we plan to do this year. We are also planning to launch our incubation program called VCore. V-Cube, of course. And apart from that, also the Open Bounty program. So what are they about? Да, вот на десерт, или может быть еще не все. Действительно, в этом году, кроме серии хакатонов, которые будут продолжаться, и уже два биолокации уже объявлены, в принципе, еще они в этом году планируют запустить инкубатор D-Cube для проектов на Декоре и программу, открытую программу Bounty. So, Decent Blockchain Pioneers program, we started successfully among the first also blockchain companies last year as a global program. The goal was to again attract many talents and projects to code on our protocol and come up with some nice ideas the decentralized applications. Ну да, ну идея хакатонов, в принципе, понятна, это собрать таланты для того, чтобы которые могли бы строить свои приложения на Декоре и там всячески поддерживать. And in exchange, of course, we offered to the teams the reward, also technical support, exchange of knowledge, and potentially, of course, for the projects to be included in our incubation program, which is the preparation to get investment. Да, ну и там предусмотрено несколько видов призов, то есть это там денежные призы, это сейчас не очень большие этот, в DCT. Также это менторство, соответственно, участие в инкубаторе, ну и возможность привлечения инвестиций из будущего фонда. Какие-то там, допустим, проекты, они, те, кто победил в хакатонах, они там поедут на финал, они имеют право еще до прохождения инкубационной программы уже за инвестиции побороться. So, last year we executed five locations. Some of them we did it with local partners, some of them we just joined as a sponsor. And we did it in Bratislava, Slovakia, Berlin in Germany, Wyoming in the US, Shanghai in China, and the last one in November here in Moscow, Russia. Да, но в итоге Дисон провел 5 хакатонов, какие-то они были прямо под их брендом, какие-то как в качестве спонсора, но это были Братислава, Берлин, Шанхай, Вайоминг и в ноябре в Москве. Okay, here is just some small recap what we have done as with some of the pictures. What was important to mention, every hackathon had some challenge. It means to focus on some specific, for example, application or use cases, like the case of blockchain for good, for example, other hackathons which focus on smart city, energy sector, or media and entertainment. Да, ну и вот здесь небольшое как бы там резюме хакатонов прошедших. Что хочется отметить, что у каждого хакатона была своя тематика, какой-то челлендж, которые приложения и проекты должны были решать. Это был, допустим, блокчейн for good или Smart City. В Берлине это, по-моему, Smart City был. Да. То есть это были не просто отвлеченные какие-то цифровые приложения, это должны были быть проекты, которые решают какие-то проблемы там реального мира. In Moscow, the winner, the project which was awarded the main prize was this new Noah. We like the idea about using blockchain and tokens to save, you know, the species which are on extinction, and somehow contribute, you know, to do some small steps to save the planet. And I also like the execution of this project by the extended team. Да, ну вот в Москве в частности победитель был. На самом деле все классные супер команды. Я рад, что мы все трещим сейчас так или иначе. Но победителем был признан проект Новый Ной. То есть там он заключался в том, чтобы, в общем, эта платформа для криптопожертвований, для спасения животных из Красной книги. В общем, ну и почему проект выиграл, он там уже в высокой степени готовности был. То есть там уже было кликабельное приложение, и в принципе они, по-моему, уже даже на чейн посадили это все. Вот, но в принципе, еще раз говорю, там было много проектов. Вот у Саши вообще проект, в котором никто ничего не понял, но я понял, что... Я верю в черную магию. But we like us other teams, other projects as well, because really the quality of the people who show up was really excellent. Да, но я тоже тебе скажу, but the fact that they are not showing up for the meetups, I mean, then you know, maybe a sign that they should be replaced. Да, я просто говорю, они тут не пришли, но как бы... Да, будет финал, видимо, и надо готовиться к нему.
So for this year, the plan is we continue with the blockchain pioneers hackathon. So far, we are sure that we are doing the first small one in the next month in Eastern Slovakia. It's called Hack Košice, where already 150 developers confirmed to join. Then one of the biggest one for this year will be in Singapore in May, beginning of May. And probably, but this is still not official, so take it as inside information, during this Singapore will be also the grand finale from last year, where we will also invite a couple of teams also from Moscow. And then we continue probably to Kiev in Ukraine, in Seoul, where we have also the branch and small team. And Hong Kong, also, so it's one of the headquarters, or it's one of the locations of one of our JVs, is Alex, and some other locations still to be defined. Да, ну и вот это, в принципе, уже практически подтвержденная график, не график, а места, где будут проходить хакатоны, это Кошица, Словакия, Сингапур. И в Сингапуре это, на самом деле, будет начало мая, там, 3-5 мая. Будет большой ивент, когда будут приглашены там различные высокопоставленные лица и большие инвесторы из числа партнеров Decent и там, их контактов. И, вероятно, также пока неофициальная информация, но, вероятно, тогда же пройдет гранд-финал там, тех хакатонов, которые были в прошлом году. Ну и дальше также это Киев, Сеул, Гонконг и что-то еще возможно. Ну, то есть, по сути, кроме Киева, здесь все локации, они повторяют местонахождение крупных офисов Decent. Why we continue, you know, with the blockchain partners hackathon? Because we believe, you know, there is still so many talents who wants to get in touch with the blockchain, and we want to simply help them to be onboarded. Да, и мы видим, что остается, в смысле не остается, а есть действительно много талантливых людей, которые хотят найти себе применение в индустрии блокчейна. Будем рады им в этом помочь и поддержать. That's why at the same time, probably at the end of Q1, so in March, probably beginning of April, we are launching the Cube, which is our incubation program, which consists of 3 months of intensive mentoring and coaching for our selected projects. We'll definitely share also with you the application form as soon as it is public. And what's the idea behind? We want to give also the opportunity to other projects who had no chance to participate during the hackathon, you know, to get our attention, but also at the end, as a final goal, to get an investment from us. Да, ну вот, в общем, это формат, в котором будет проводиться инкубационная программа. То есть подразумевается, что в рамках D-Cube проекты будут инкубироваться 3 месяца, бесплатно, естественно. И смысл в том, чтобы от там, с момента подачи заявки до выхода из инкубационной программы стартапа довести до, то есть все эти решения на базе блокчейна DeSys довести до стадии, когда их можно уже будет представлять инвесторам, то есть они должны быть уже реализуемы. Вот. Да, ну то есть и соответственно в конце периода это все будет, то есть эти лучшие проекты, они получат инвестиции в капитал. Да, и в первом квартале это уже все планируется запустить, то есть как только форма заявки будет доступна, вы естественно об этом узнаете. So, and just to repeat, what we will provide during this incubation program is mainly technical consultations and support, so especially to implement your proof of concept, existing demo. Then, of course, business mentoring and coaching, so we will help you to define the product, we'll help you to make a business strategy, go-to-market strategy of your project. We'll help you to connect to the community. We have more than 55,000 people in our community, so just to get a feedback, to have a testing from the people, from potential users. And last but not least, we'll give them access to potential relevant investors. Да, ну и вот еще раз повторимся, там, что будет предоставляться командам в рамках инкубационной программы. Это первое, естественно, это техническая поддержка, консультации там, по развитию технологического продукта, также это бизнес-менторство, ну то есть это построение бизнес-модели, там как пичиться перед инвесторами, как презентации делать в конце концов. Комьюнити, нетворкинг в рамках там всей экосистемы Decent и в конечном итоге представление это там инвесторам.
So the last announcement for today is this Open Bounty program. We'll be launching in Q2 this year. Open Bounty program is mainly the way how to integrate third-party developers just to get some rewards in the cash, of course, through digital tokens. First, we'll be using this method to attract external developers, developers, but generally also makers, to deliver some of the tasks, especially for marketing. This could be, for example, some simple stuff like writing articles about the core or UX testing, or even some writing of tutorials and tools for even in Russian. But then we will extend and we will definitely use properly open bounties for developers' challenges. So there will be really some of the concrete tasks in implementing some of the features, testing some of the SDK, API. And last but not least, maybe also we will try to outsource some of the small components of our the apps from our customers. Да, ну и вот дальше это открытая программа Bounty, значит, как она будет работать, ну, первое, это будет набор наград, там, в зависимости от того, какие задачи решаются, ну, как видим, сумма от 50 долларов до 1000 в эквиваленте в цифровой валюте. В принципе, это то, что позволит там любому, по сути, без какого-либо опыта кодинга на декоре быстро влиться в комьюнити, начать на этом зарабатывать, то есть начать уже работать в этой всей экосистеме. Первый этап он будет достаточно простой, то есть это будет некая такая популяризация, это статьи про декор, это описание там опыта использования приложений на декоре и некие там консультации, советы для новичков в этой всей системе. Вот. А вторая фаза, она уже более такая продвинутая, то есть она уже будет предусматривать баунти за разработку, за интеграционные схемы, за построение вообще всей экосистемы приложения на. So that's main for my part. I'm happy to then have a discussion. I hope to be able to reply to all of your questions you might have. And now I will then